Синяя вода, ты спешишь куда? Эксперты взяли пробы воды из московской реки Каменка, чтобы выяснить, почему она внезапно изменила цвет. Речка эта течет на территории ботанического сада рядом с метро Владыкина. Местных жителей насторожил неестественный оттенок. Они также пожаловались экстренным службам на резкий запах химикатов. В МЧС необычное явление пока не комментируют. Известно, что неподалеку ведутся строительные работы.